Командор, время нанести удар по нашему настоящему врагу. Кто бы ни провоцировал и не направлял зеленокожих, его убежище — шахта Фелхаммер на окраине Аргуса. Мы считаем, что орк Бадзапа, которому удалось уйти после нашей первой встречи на Калдерисе, также направляется к шахте. Вы и ваши отряды высадитесь к югу от Фелхаммера и пойдете на север. Сила и огневая мощь дадут лучший результат, чем скрытность. По этой причине сержант Цирус останется на борту Армагеддона и будет обеспечивать поддержку. Что там в небе? На север, командор. Доберитесь до шахты Фелхаммер и выясните, кто натравливает орков. Там кто-то есть. Ушли. Но это были не орки. Вот и конвой. Орки вырезали их. Мы отомстим им. Двигайтесь вперед! Стрелки орков засели на гребне горы! В укрытие! Ярость с небес! Отрезать их! Сержант Падей явился для несения службы, командор. Хорошо отдохнули, ожидая лучшего момента для атаки. Рад тебя видеть, Аветус. Ясно. Двигаемся в укрытие. В зоне видимости одна. Стрелки уничтожены. Командор, рядом находится станция связи. Захватим ее во славу Ордена. Эти объекты обеспечат нам преимущество в бою и помогут получить подкрепление. Я просканирую их оборону. Командор, у орков серьезные укрепления рядом с главным входом. Атаковать в лоб было бы полным безрассудством. Прыжок, пара гранат, и мы внутри, Цирус. И попали на прицел целой банде орков. Меняю позицию. Это Фадди. Прямо сейчас. Двигаемся в бой. Направляемся ко мне. Все на штурм. Атаковать, не жалея сил. Come on.
Эта станция обеспечит нас ценными разведданными в следующих боевых операциях. Командор, шахта Фелхаммер близко. Неприятности. Это охранники орков, которых убили на месте. Здесь прошел еще кто-то. Быстрее, пока не подошли люди. Мы не можем допустить, чтобы один упертый орк сорвал весь план видящий. Гарби, вы обманули Скайкилу и Гатренчу. Но мой киберглаз говорит, что вы даже и не орки. Теперь и люди вступают. Сам не понять, какая угроза нависла над всеми нами. Роту на завтрак! Еще и космодесантники! Пора валить отсюда! Командор, орками наверняка управляли эльдары. Этих эльдаров, пока им не удалось скрыться. Эльдары, на самом деле 4-4 на башне. Атакованы эльдарами!
на пороге апокалипсиса. Ты управляешь ими, а значит будешь страдать соответственно своему званию. Возможно, орки могли задержать их. Дать нам время. Из-за тебя мы все обречены. Можешь произносить свои громкие речи сколько хочешь, Эльдар. Мы все еще сражаемся, а ты мертв. Ничто не сможет помешать праведным воинам. Ситуация осложняется, командор. Очевидно, что эльдары натравливают и провоцируют орков. Вряд ли их вмешательство можно считать хорошей новостью. Они сказали, что привлекали орков для сражения с общим врагом. Что бы это могло значить? Я бы не стал доверять тому, что говорят эльдары. Они вероломны и лживы по своей природе. Ты прав, Таркус. Но они не дураки. Варлок, которого вы уничтожили, возможно, руководил орками здесь, на Калдерисе, но он явно был только частью какого-то большого плана. Мы получаем донесение, что эльдары управляют орками в близлежащей системе Тифон. Армагеддон доставит вас на Тифон, там вы вступите в бой с врагом. Я перенаправлю на вас все сигналы тревоги, которые мы получаем с Тифона.